Дорогие жители Обнинска, журналисты еженедельника «Вы и мы» поздравляют вас с майскими праздниками и приближающимся Днем Победы. Очень жаль, что это значимое событие мы не сможем отметить так, как хотелось бы. Всем нам придется остаться дома. Но чтобы скрасить вашу самоизоляцию, мы подготовили для вас очередной интересный выпуск. Из него вы узнаете, как свой профессиональный праздник отметили врачи скорой помощи и как Обнинск готовится к столетию контр-адмирала Леонида Осипенко. Также вы узнаете, какую специальность нужно выбрать сейчас, чтобы быть в тренде через несколько лет, и что делать, если судебные приставы арестовали детское пособие. И, наконец, самая интересная история бабушки, которая, будучи ребенком, прошла все круги ада Второй мировой войны. Эти и многие другие эксклюзивные материалы вы найдете на страницах еженедельника «Вы и мы» или на сайте пресса-обнинск.ру. Еще раз с праздниками, дорогие друзья, и оставайтесь дома!